пошли, Хачи. О, Господи. Жив, слава Богу. Совсем ни хрена не видно. Солнышко, с тобой все в порядке? А? Тормоза барахлят. Немножко. Марго, с тобой все в порядке? Да, все в порядке. Спокойнее работай. И ничего не покупай, я все куплю сама. Ладно? А достаточно? Марго, ты чего руку сломаешь? Что с тобой? Ну, извини. Не рассчитала. Ну, ты даешь. Привет, Алла. Привет, как насчет вечера? Я маму провожу и сразу к тебе. А, ну все, целую, пока. Давай в машину. Помогите, я вас очень прошу! Девчонка, оставь в покое. А ты что? Отец есть, что ли? Отпусти! У тебя все в порядке? Слышь, не подскажешь, а чья вот там яхта? Слева. Не знаю, чья. Понастроили тут дворцов, варюги поганые, а люди с голоду пухнут. Угомонись. Ну, перепил, иди спать. Че, крутые, что ли? А ну, пошел отсюда, урод. Че ты сказал? Сам урод. Я под гудермесом был, а ты своим козлам сапоги лижешь. На! Ах ты, гаденыш! Держись. Видал я таких недотрог. Андрей Григорьевич, руки уберите. А, пожалуйста. Не бойся. Здесь никого нет. Расслабься. Ну что ты? Ну ведь ты же знала, зачем сюда пришла. Отпусти, только дёрнешь. Больно, дура.